Всем привет, друзья! С вами снова Маша Смолот. Я рада приветствовать вас на своем канале. У меня была давно мечта сделать себе куксу. Конечно, я хотела сделать ее из карельской березы, но у меня нет ленточной пилы, и поэтому вручную ковырять форму мне как-то не очень хочется. Поэтому я решила просто взять мягкий материал липу и сделать себе вот одну кружечку, чисто маленькую, и просто под кофе. У меня есть такой брусочек 10 на 20 на 4,5, и сейчас мы будем его размечать. Делаю незатейливый эскизик того, как должна выглядеть моя кружечка, и по ходу дела там уже буду корректировать форму. Ну вот, наша заготовка готова к выборке внутренней поверхности чашечки. Для этого я буду использовать ложкарез и различные клюкарзы. Здесь случился небольшой скол, но ничего страшного, это можно исправить. Лобзиком убираю лишнее и, собственно, вырезаю нашу кружечку. Теперь переходим к самому пыльному делу. Это обработка на шлифовальном станочке. Потихоньку, не спеша, я придаю округлую форму. Различными насадками на дремель я довожу до приемлемой мне формы.
Мне захотелось необычную кружечку, поэтому я решила немного ее задекорировать. Снизу и вверху будет полосочка, у которых будет сохранен рез. То есть я специально ножичком и стамесками делаю такую вот фактуру реза. А центральную часть я оставила специально для того, чтобы там выжигателем сделать рисунок. Мне сейчас интересна тема индейцев, этно. И вот, пожалуй, в этой тематике я сделаю себе кружечку. Я распечатывала себе символы, принадлежащие этой культуре, и разнообразные стрелочки, и наношу карандашом эскиз. И с помощью различных насадок мы выжигаем рисунок. Ну и в качестве финишной обработки я подогрела немного льняного масла и кинула туда щепотку пчелиного воска. Это защитит мое дерево. Таких обработок, конечно, нужно несколько. Ну вот и все, моя кружечка готова, я довольна. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Это действительно важно для меня. Всем пока!